Как я готовлю вкусные нектарины на зиму, делюсь простым рецептом. Нектарины хорошо промыть в холодной воде, переместить на сито, баночки с крышками простерилизовать. Нектарины разрезать пополам, удалить косточки, выложить в баночки срезом вниз, вскипятить воду в сотейнике, залить кипятком баночки с нектаринами до самого верха, прикрыть крышками и оставить на 15 минут. В сотейник всыпать сахар, лимонную кислоту, влить раствор из нектаринов, довести до кипения, проварить 3-4 минуты. Залить баночки с нектаринами до самого верха, плотно укупорить, перевернуть и укутать. Хранить в подвале или в кладовке.